Друзья, всем привет! Да, давно я не появлялась, вы меня вообще не потеряли. Я надеюсь, что не потеряли. Ой, просто завал на работе такой, скажем так. Я сейчас немножко занимаюсь такими делами, которые к моей непосредственной работе вообще никакого отношения не имеют. Ну, такова жизнь. Да. А, собственно, на работе я поранилась, так что я теперь инвалид. Вот. И, в общем-то, в кадре мне особо не хочется светиться с больным пальцем. Плюс еще, так как мы там постоянно, ну, я, да, я и еще человек, постоянно занимаемся как бы в воде, моем там все. И у меня, в общем, маникюр вообще не к черту. Короче, я как раз накануне, на прошлой неделе, уже не помню, какой день, ходила на маникюр, а потом дома делала вот эту вот парафиновую ванночку, парафиновое обертывание для рук от Аравии. Тогда вам показывала. Вот, и думала, короче, что все, у меня теперь мягенькие ручки. И потом пошла на работу, и на работе в итоге у меня ногти черные после мытья этого. Там ящики металлические моем. И палец еще к тому же поранила. Вот. В общем, что хотела сказать? Хотела сказать, что год свиньи, несмотря на то, что, казалось бы, это мой год, ну, потому что я кабан, да, по гороскопу. Несмотря на это, год свиньи приготовил мне испытание. И одно испытание заканчивается, начинается следующее. Так что, в общем, видно, этот год, он для меня будет таким вот тяжелым. То есть, либо я поборю эту свинку и получу таки свое, либо мне придется весь год вот так вот идти против течения и бороться с этой несчастной свинкой. Вот, в общем, в итоге вчера я поранила палец, да, а сегодня я надорвала спину по ходу коробки там разгружали, разгружали, распаковывали коробки с, ну, там, с вещами, в общем. И сейчас, наверное, каким-нибудь кремом от растяжения ушибов. И вот эту повязочку надену, которую я маме подарила, но воспользуюсь тоже ею. Полежу там полчасика, чтобы она у меня на спине была, прогрела мне все, потому что вообще не могу двигаться. Вот, но кто знает, я уже говорила неоднократно это в своих старых влогах, что у меня, ну, травмированная спина, поэтому я уже много чего прошла с этой спиной, много каких испытаний тоже у меня было, и на уколы, и чего я только не делала. И всякая там лечебная физкультура и прочее, прочее. Снег еще на ресничках, они склеились. Лепит у нас огромные снежинки, летят красиво очень. Вот, в общем, поэтому со спиной у меня проблемы, и там есть люди, которые любят советы давать сразу. Или вот я уверена, даже кто-нибудь сейчас напишет в комментарии, потому что сейчас много новеньких приходят, подписываются, и начинается прям снегопад негатива. И наверняка напишут, что ты там жалуешься, ты вообще молодая девушка, тебе рано еще говорить, что у тебя спина болит. Во-первых, вы не знаете, да, почему она болит. И не потому, что я там надорвала ее, перетаскивая коробки, а потому что у меня, в принципе, больная спина, да. Вот в таком моем возрасте, увы, так сложилось. В свое время, да, работая в другом месте, я просто халатно отнеслась к своему же здоровью, и вот это расплата такая. Вот, поэтому не надо мне ничего писать, я все знаю.
и сама. Вот. Я хотела вам что сказать. Еще тоже по поводу новеньких, кто пишет. Там у меня видео одно из крайних там про Ивановский текстиль, где я покупала подушку, одеяло. В общем-то, кто меня давно смотрит, знает, что я люблю поговорить, да, и люблю очень дотошно, прям вот до самой последней строчки, да, как какой-то детальки, пуговки, прям вот все дотошно рассказать, объяснить, что понравилось, что не понравилось, есть ли какие-то недостатки. Если их нет, то тогда нечего будет обсуждать, соответственно. Вот. То есть, кто меня давно смотрит, знает, что я всегда все вот до последней ниточки разглядываю и очень много об этом говорю, о том, что там нравится, не нравится и так далее. Вот, поэтому, кто новенький и пишут мне, что очень нудное, длинное видео, очень долго ты одно и то же повторяешь. Ну, во-первых, можно перемотать, да, пожалуйста, перематывайте, я вас как бы не принуждаю ни к чему. Вот, а также еще пишут, что типа один из последних комментариев, типа, сумасшедшие тетки, не стыдно вот так вот брать камеру и садиться снимать. Типа, на фоне у вас ободранные обои, да, беспорядок, и вы садитесь снимать видео, еще мало стыда, выкладываете это видео во всеобщее обозрение. Во-первых, хочу сказать, что ремонт и беспорядок, они обоснованы, и если вам интересно вообще хоть что-то обо мне, то посмотрите предыдущие ролики. Вот. А если не интересно и вообще по поводу всего остального, хочу сказать, что вы сначала в своей голове наведите порядок, а потом уже приходите на мой канал и пишите там гневные комментарии по поводу того, что вам не нравится задний план. Да, вы знаете ли, не на телевидение пришли. Тут нет красивых задних планов. Тут реальная жизнь блогерская. Так что, если что-то не устраивает, я вас не держу. Вот, и еще там был комментарий по поводу того, что как я крута, что у меня 565 подписчиков всего лишь. Да, зато я никого не накручиваю. Я спокойно себе снимаю, выкладываю. У меня нет липовой монетизации, нет никаких, там, не знаю, топовых блогеров, которым бы я платила, да, которые бы меня раскручивали. Я этой фигнёй не занимаюсь. У меня всё легально. Снимаю, выкладываю, вы смотрите. Кому нравится, тот подписывается. Кому не нравится, проходят мимо. Вот и всё. И вот эти люди, которые подписываются, это мои дорогие, любимые, веселые, добренькие подписчики, самые лучшие в мире. Спасибо вам огромное за поддержку, за то, что всегда рядом. И вас становится больше, я рада, мне приятно. Спасибо огромное. А те, кому не нравится, ну, проходите мимо, не задерживайте остальных. Вот, в общем, как всегда, ну, наговорила, но зато на эмоциях. Просто, знаете, как сейчас пока нет времени вот прям особо так снимать много, но скучаю я все-таки, да, и монтировать тоже особо некогда. Я прихожу, устаю, просто буквально чаю попью и спать ложусь. Вот, и, ну, несмотря на то, что я не снимаю, да, я все-таки просматриваю комментарии, периодически залезаю на свой канал, там смотрю, как там обстоят дела, и последние несколько дней прям вот комментарий за комментарием, комментарий за комментарием. У меня, естественно, накипело, вот, но я же как, я же не могу злиться на вас, да, я просто высказываю свое мнение. И потом я же не могу тоже в комментариях каждому ответить, а вот в видео я могу ответить всем. Вот, в общем, хотела еще показать, мне пришли кое-какие творческие посылки. Пришли молды, правда, новогодние, с опозданием.
Вот, пришли вот такие два коврика. Это творческие покупки. И пришли текстурные листы. Я хочу сказать, что я буду снимать на это все отдельное видео, которое выйдет уже на моем творческом канале, на новом. Кто не знает, подписывайтесь, ссылка всегда в описании есть. Вот, так что проходите. Там пока вообще нет ни одного видео, но хочется, ну, как, хочется добавлять. Наверное, я так планирую с какой-то периодичностью, может быть, одно видео в неделю. Вот, потому что сейчас с работой тоже особо я ничего не успеваю снимать. То есть, может быть, одно видео здесь, одно видео там. Вот, как-то так. Вот, потому что там больше как бы DIY, какие-то творческие обзоры, что-то такое. А здесь чисто влоговый канал. Вот как-то так. Вот, очень много посылок разных пришло, но мы с вами их потом распакуем. Вот, в Инстаграме я тоже пропала, просто совершенно некогда. Вот, и из ближайшего, наверное, надо скоро будет снимать отчет. Об... А кто мне присылал? Короче, мне присылали косметику на обзор. Там три средства буквально на днях. Я же снимала распаковку. Вот, и уже оказывается, месяц прошел, так что надо будет снимать отчет. Вот. Так что вам моя моська в кадр. Уставшая, да, уставшая я, и спать хочется, и уже даже ужинать не хочется, просто чайку попить и спать лечь, потому что такой каторжный труд, который вообще к моей непосредственной работе никакого отношения не имеет. Ну, так вот захотело начальство, чтобы я занималась тем, чем вообще не должна. Ладно, в общем, что там? Я не привыкла жаловаться, да, и говорить, что я там чем-то недовольна. Это не в моем духе. Прорвемся, так что все будет отлично, все будет супер. Вот. Всех целую, по всем скучаю безумно. Не знаю, когда выйдет этот влог, но постараюсь его в ближайшие дни выложить, потому что уже... Почти 2 недели не выходило никакое видео. Вот, так что не скучайте, я не пропадаю, потому что вот работа затянула, погрязла я в работе, устаю очень сильно. Так что не теряйте меня. Я тут. Все. Всем пока. Увидимся очень скоро-скоро. Пока-пока. Это что тут такое? Кто это? Кто мешает спать? Кто мешает кошке спать? Кто вклинился? Кто тут? Алиска. Вот ты наглая, а? Ты что творишь? Наглая. Забралась тут в чужую кровать. Еще порядки свои устанавливает. А? Деловая колбаса.